В этом году тюркский мир отмечает 540-летие великого поэта, полководца, государственного деятеля, основателя династии и империи бабуридов Захириддина Бабура. В минувшие выходные в гостеприимном банкетном зале Ешеляда общественная организация «Нинкиджан» провела вечер его памяти. Бутун дуньяда бабур шинаслык бу бек бир илим йонелишлери. Яни Туркияда, Русияда, Ингилтерияда, Франкистанда, эр ерде Индистан, Афганистанны да айтмайм, эр ерде бабур шинаслык бек бир кеңиш шунда инкишаф эткен бир илим йонелиши. Бизин герайларымыз, ханларымыз да шайырлер эди ве газы герай эң якын белким өзүнүн газелеринен, меснебилеринен бабурнун ижадына бир якын шайырларымызден бири демек мүмкүн. Мевзулар айны. Яни ватаннын ватан асиретлиги мевзусу, севги мевзусу, гуль ве бульбуль арасындагы мунасебетлер. Захириддин Бабур – основатель империи великих моголов. Он был талантливым военачальником, обладал воинской доблестью и смекалкой. Прозвище «Бабур», что на персидском значит «тигр», он получил за отвагу в битвах. При этом он был человеком тонкого ума и вкуса. Прославился незаурядным поэтическим талантом. До нас дошли 119 его газелей и 209 рубаи. Так получилось, что с творчеством Бабура я познакомилась в лет 14. Она очень любила художественную литературу. Сборник Бабура был у нас дома. Вот. Поэтому его творчество, может быть, в мой подростковый период для меня было интересно. Там много было очень газелей о любви, о жизни, о людях. И я его перечитала. Поэтому мы с радостью приняли это предложение. Поэтому Хошкиль Денес, мы очень рады. Захириддин Бабур прожил всего 47 лет, но оставил богатое литературное и научное наследие. Книга его воспоминаний «Бабурнаме» переведена на 31 язык. Более чем в 15 странах работает Международный общественный фонд его имени. В рамках мероприятия состоялось открытие филиала фонда и в Крыму. Просто преклонение перед людьми, которые 30 с лишним лет проколесили Азию, чтобы собрать информацию о Бабуре, его рукописи, издать его книги, которые продолжают свою деятельность, потому что ищут вторую часть Бабурнаме, половина еще не найдена. Это просто достойно подражания, для нас должно вообще стать примером. Примером того, как мы должны со своей культурой сегодня, наверное, предпринять вот такие вот отчаянные шаги, экспедиции и вернуть нам имена своих авторов, бережно отнестись к их творчеству. Вечер памяти Бабура собрал представителей научной и творческой интеллигенции, почитателей его творчества. Я очень рада, что именно тема Бабура вот это поднялась, потому что я о нем слышала очень много в Узбекистане и знала, что он в Андижане родился, что он был малолетним юнцом и стал падишахом. И когда узнала, что Зераханум и Заремаханум это организовывает, вот постаралась сюда прийти. Бугунде она более дабр шахсна, дабр шириет йолна. Озмечун ачмах мирахлы еді. Гузель тесіратлар алды. Мутлах истеридым асыл бу эсерлер, бур тержимелер илерде басылсын. Нинкиджан межмуасындамы башқа менбаларда басылсын. Ве оқумах, буюк зехнен оқумах истеридым. Гости мероприятия насладились прекрасной дворцовой музыкой ханского периода в исполнении ансамбля «Хрым». А рубаи и газели, прозвучавшие на языке оригинала и в переводе на крымско-татарский, стали настоящей изюминкой мероприятия. Көңілні зар мені хор тені тар еткен, бірі жефа, бірі ғұрбет, бірі хижран. Әкәлім айларда тіліу түшіл әбі, бірі акику, бірі инжу, бірі марджан. Көңілні зар мені хор тені тар еткен, бірі жефаю, бірі ғұрбету, бірі хижран. Тәні көңіл біле көз, ғасры назы, үсіні үчін, бірі қарабу, бірі валайу, бірі қайран.